We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? С вами канал Грац, это Китария, и да, это Devil May Cry 5. Даже не могла себе представить, что я начну играть в эту игру. Охотник на демонов Неро. Это у нас был Данте, а это Неро. Я без понятия. Загадка Ви. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Ну, я уж постараюсь, да. Все, что я знаю об этой игре, это о том, что здесь есть охотники на демонов, и, соответственно, есть демоны, которые вечно дерутся между собой. Поэтому это на этом, в принципе, мои знания об этой игре заканчиваются. Выбор костюма. Классический или акс цвет? Я без понятия. Классический, в принципе, неплох, но выберем акс цвет, а потом акс цвет. А потом, если что, поменяем. Миссии. Понятно. Здесь, короче, какие-то миссии. И нужно набирать очки, я так поняла. То есть ты проходишь миссию, набираешь определенное количество очков. А потом ты эту миссию можешь перепроходить. Слишком мышка, что-то чувствительно сейчас поменяю. Хотя до этого вроде было нормально, а сейчас почему-то мне показалось, что она слишком чувствительна. Ну, я, в принципе, в общем, как всегда, да, начинаю играть в игры, которые раньше я даже и не могла себе представить, что начну в них играть. Это, в принципе, от разработчиков, тех же разработчиков Capcom. Это Resident Evil. Вообще не думала, что буду играть, но, как видите, я ее даже уже успела пройти. А вот теперь у нас Devil May Cry и... И, наверное, мне все-таки стоило немного почитать про эту игру, хотя бы знать историю, но ладно. Может быть, я это сделаю потом, чтобы хотя бы иметь какое-то представление об этих персонажах, персонажей, за которых мы играем. Импуза, демоническое насекомое. Очень приятно. Ага. Ясно. Значит, я не могу выйти за пределы, да? То есть, пока я не убью всех монстров, которые здесь есть. Так, понятно. Набираешь комбо, и, короче, у тебя получаются ранги, да, такие A, B, C, D. Ну и, соответственно, самый высокий, это, скорее всего, S. Ясно. Очки стиля. 2055. Угу. Ви, я не знаю, кто такой Ви, тем более про него вообще была написана загадка. Ну, собственно говоря, я также не знаю, кто такой Неро. Я знаю, что это охотник на демонов, и на этом мои знания заканчиваются. Но, в принципе, пока что сделано неплохо. Зеленая импуза, или как их правильно называть. Понятно, у него два вида оружия, это некие пистолеты и меч. У него вообще нет одной руки, но, в принципе, ему это не мешает. Неплохо так сражаться. Вообще у него нету правой, это хреново. Но здесь... Так, мне пока надо привыкать к этому управлению. Давно я не играла в такого рода игры. Это, наверное, последнее. Это было Diablo. Что-то похожее, в принципе. Но там я играла не на компьютере, а на PS4. Но, в принципе, там тоже
много комбинаций, умений и тому подобное, как и здесь. И ты клацаешь на мышку и на клавиатуру с огромной скоростью, потому что тебе надо наносить удары и побеждать всех этих демонов на твоем пути. Короче, шкала здоровья у тебя есть. Какие-то очки ты собираешь. Ну, потом они, скорее всего, расскажут нам, для чего они нужны и что на них можно менять. Ну, соответственно, игроки, которые уже играли в предыдущей версии Devil May Cry, они, соответственно, знают, что с ним надо делать, а я нет. Я не знаю, но спойлить я не стала, поэтому пусть игра меня этому научит. Интересно, играть мы будем только за Неру или нам предоставят возможность еще со спины? Как я тебя пропустила, ты негодяй. Или нам предоставят возможность еще играть за Данте, допустим, или за других персонажей, вот этот Ви. И вроде здесь как еще кто-то есть, вроде девушки какие-то. Не могу точно утверждать, как их зовут, потому что я не знаю, но... Да, они есть. Вот раз, а, и два. Две пока что. Какой-то странный демон, честно говоря. Sorry, Dante. I'm back in this bitch. Он только что завел свой меч. Вы что, мне предлагаете прямо с самого начала биться с мегабоссом? Или просто... Или просто мне покажет, какой я никчемный игрок? Я реально не знаю, что, как правильно здесь надо против них. Против них воевать, то есть если я подпрыгну, а я не успела, мне какой-то шар еще замедляет, сфера какая-то. Короче, я так понимаю, это вообще выглядит убого со стороны, но... Но по-другому я пока что не могу, я еще не могу привыкнуть к этому управлению, надо слишком много и слишком часто нажимать на мышку. Во время боя надо узнавать, какие... ты узнаешь, какие у него есть умения, что он кидает в тебя, что не кидает. Соответственно, уклоняться от этого. Вот. Блин, я не успела отпрыгнуть. Меня просто снесло огненным шаром. Кстати, графика очень похожа на... Resident Evil, и, в принципе, персонажи тоже. Ну, мимика, лица, ну, понятное дело, потому что разработчик-то один. Потому что Неро напоминает молодого Леона, соответственно, а Данте очень напоминает Леона уже после. Раунд 2. Да, весьма похожи, кстати, они. Данте у нас, оказывается, демон. Ясно. Будем знать. Там, кстати, было выбор два, так скажем, уровня, что ли. Если играть за человека, но если ты новичок, это за Неро. Или играть за Данте сразу, но это если ты ветеран, короче, этой игры. А я вообще нет, поэтому... Я начинаю играть за охотника на демонов, за человека по имени Неро. Оно как. Мы сразу встретились с владыкой демонов Уризен.
Уризен или Уризен. Уризен, скорее всего. То есть хотите сказать, что Данте проиграл, да? Один из самых сильнейших охотников на демонов, или как его назвать, он проиграл. А мы, короче, убегаем с поля боя для того, чтобы стать сильнее и победить этого Уризена, короче, владыку демонов, потом, когда мы станем сильнее. А Ви у нас успел посидеть? Нет, он просто меняет свой цвет волос. Как мило. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. Как мило. Вот оно как, да? This can't be happening. Dante lost. Как видишь. Да ладно, почему они ничем не могут помочь? Они же все-таки... Он вон от крови уже отмылся, все у него нормально. Могли бы помочь. Хотя, в принципе, уже поздно. Какая адская хрень вообще. Короче, я так понимаю, пролог у нас закончен, да? Сейчас мне должны показать количество очков. Ага. Походу, дело все плохо, да? На Б. Ну ладно. Я не знаю, можно ли это переиграть или нет, но думаю, что можно. Но это уже, наверное, в следующей серии.